Всем привет-привет! С вами Олеся, компания Архибис. У меня приехали новинки от Телартис. Это интересные новые брошки. Еще один из наборов на велюре. Это все на велюре, в общем-то. Это все на велюре, скажем так, новое направление Телартис уже делает, да. Значит, давайте начнем сначала со схемок. Много что приехало не по одной, а по много штучек, но я отложила для того, чтобы не тратить время, да, не показывать одно и то же. Вот смотрите, на велюре какая прелесть, какие они же мягенькие, да, такие мягенькие-мягенькие. Мне таки хочется к щеке приложить. Попробую по возможности, конечно, вам передать это все. Вот такая прелесть. Так, мышек у них 3 штучки вышло. Но это тоже была в пленочке, я просто вытащила. Так. Потом разные гномики. Здесь, так, значит, из чего складывается? Просто идет велюр, да, и здесь уже написано, разъяснение есть, как собирать это все дело. Это у нас бисерная гладь. Номера бисера, они тоже рекомендованные номера, они указывают. Ну, а вы уже знаете, вы уже можете выбирать из того, что просто у вас есть в наличии. Снегирь, этот я в прошлом видео показывала. Потом астролист, там снежинка была, еще карамельки были в прошлом видео, я показывала тоже. Опять же, хочу сказать, из того, что есть в наличии, вы можете как раз приспособить в эти игрушки. Так, дальше давайте пройдемся. Значит, кулоны. У них там 3 кулона вышло. Мы видели на выставке их, но все же теперь развернем все, посмотрим вживую. И вот эти вот такие брошечки. Это только-только появились на сайте. Вот одну лисичку я уже развернула. Так, значит, идет вот в такой коробочке. Да, коробочка. В коробочку вложен у нас так бисер. Я решила развернуть еще и сам пакетик, где бисер. Так, я смотрю, здесь это у нас сама застежечка, да, на которую мы потом будем крепить нашу лисичку. Так, бисер, бисер. Я вижу и крупные бусины здесь есть. Ой, смотрите, какая прелесть. Какие такие хрустальные бусины. Сейчас попробую сфокусировать вам. Хрустальные бусинки. Где-то они здесь в лисичке идут. Так, потом еще, а это такие радужные хрустальные бусинки. Ну, вам, боюсь, не видно вот это вот радужный перелив, а я его вживую вижу. Пайеточки у нас. Потом, что это такое, что это такое? Какие-то висюлечки, наверное, здесь будут. А, видите, они еще сложность показывают. Здесь 3 звездочки, 3. Здесь, к примеру, 5 звездочек в листочке в этом, да. Потом олень 5 звездочек и дубовый листок 3 звездочки. Ну, мы уже все разворачивать не будем, только этот. Так, тут я смотрю, такая полосочка с камушками. Видимо, она где-то здесь крепится, наверное. А, вот я вижу, видите, вот идет полосочка. И канитель. Видите, канитель. Золотая канитель. Так, потом в состав идет вот такой вот на бархате. У нас такая аппликация, да, на которой мы вышиваем, потом мы вырезаем. Тут они дают инструкцию по сборке. Вот, видите. То есть я думаю, что разберетесь, скорее всего. Вот. Ну и, в общем-то, все. Лисичка, все. Переходим к кулонам. У них вышло 3 кулона, у нас приехало 2. И вот один я разворачиваю. Вот такой вот я разворачиваю. Зелененький. Так, значит, шло это добро вот так вот в кулечке. Единственное, что мне не понравилось, что бисер они не складывают как-то в один пакетик отдельно. Так я вытряхнула, и оно все высыпалось. Видите? Значит, идет сама вот эта заготовочка, на которую мы потом клеим этот кулончик. Так, бисер, бисер. Ну, я вижу, что бисер весь 10-й. Здесь 10-й бисер. Тут я смотрю, вот превьюшка у нас. И вот инструкция, да. И как мы потом вклеиваем, супер клеем они пишут, потом вклеиваем эту детальку вот сюда. Хорошо бы, конечно, было бы, если бы они нам еще сборку показали, какое-то видео отсняли. Было бы вообще прекрасно.
Начала собирать бисер в пакетик и увидела металлик. Вижу, они металлик кладут. Металлик у нас очень облазит, но правда я вот не могу определить, из какой конкретной серии. Или 18586, вот видите, желтенький очень похож. Либо, скорее всего, даже это 18386. Вот он как-то вот ближе, очень такой светленький, похож больше к этому номеру. Вот эта 18300 серия вообще жутко облазит. Очень сильно, видите, у меня в карте уже здесь облезшие есть. Это вот облазит. Он очень сильно здесь покрытие облазит. Поэтому вы будете вышивать очень так аккуратненько, аккуратненько вышивайте. Ну и вот наш физалис. Вот такая вот красота. Это опять же тоже все. Это велюр. Все, что я только что показывала, это все на велюре. Кулоны, кстати, тоже я уже говорила, да. Давайте поближе посмотрим. Смотрите, какая красота. Как вот получается, вышиваем вот эти вот линии, да. И какой такой объем интересный очень будет. Смотрите, вы можете либо вышить вот без всяких аппликаций, да. Вышить, либо можете отдельно вышить аппликации, а потом их, ну, честно говоря, я не знаю, здесь написано, да, как их вырезать. А вообще, вот я должна сказать, вроде бы как не сатается край. Сейчас фокусировать попробуем, чтобы вы увидели. Довольно-таки хорошо тут вот ниточки держатся и не сатаются. Вы можете отдельно их вырезать, потом нашиваете сюда, и вот они дают наполнитель, наполнителем набиваете, а потом дошиваете. На выставке мы видели эти готовые работы, они уже есть. Вот так это выглядит. Ну, правда, в превью это особо не поймешь, да, как это выглядит. Но можете посмотреть мои видео с выставки, кто не видел, там есть готовые работы уже, там несколько этих готовых работ. И, в общем-то, вот сам бисер, вот то, что они предлагают, вот так вот сложено, да. Так, что здесь? Ну, опять же, они, ага, тут они ключ не дают, просто дают раз, два, три, да, и вы уже ориентируетесь, 15 номеров. Вот так это идет. Тут, я смотрю, такие плавненькие переходы у нас есть. Вот, вот такая красота. Я уже в группе создала альбом на велюровой основе от Tela Artis. Поэтому под этим видео я оставлю ссылочку на альбом. Вы заходите, посмотрите, кому интересно, выбирайте, конечно же. Ну а закупка по Tela Artis планируется на следующей неделе, в среду. Так что переходите по ссылочкам под этим видео и заказывайте. Напоследок, что приехало у нас из заготовочек и схем. Это уже на Апласе. Так, ну косметичка на габардине. Новогодние игрушечки вот такие вот. Потом что тут? Баке. Это у нас серия, по-моему, этих баке есть. Так, веселые зонтики. Это вообще полюбившаяся всем схема. Веселые зонтики, косметичка и сама схема. У них есть еще сейчас и сумочка уже. Так, сейчас перевернем. Уютный домик. Домики от Tela Artis тоже все очень любят. Живописная Венеция. Еще одну такую заказали. Так, здесь у нас круговая зашивка. Совсем немножко, по чуть-чуть. Везде по чуть-чуть вышивается. Да? Так, это тоже Венеция. Здесь уже так побольше формат. Замок. Давненько этот замок уже не заказывали у меня. Даже две схемки. А, даже три взяли. Ой. Так, вечерний променад. Ну и все, в общем-то, все. В общем, под этим видео я оставлю ссылочки на Tela Artis, на наш альбом. Заходите, просматривайте. Ну и, конечно, следите за нашими закупками. Все, всем пока-пока. С вами была Олеся.